На 1,5 миллиона рублей обманул магаданцев мастер по ремонту квартиры и изготовлению мебели. Он брал с них предоплату, но своих обязательств не выполнял. Как рассказали в полиции, в дежурную часть обратились 6 пострадавших от его действий жителей областного центра. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мошенником оказался 32-летний колымчанин, который раньше действительно работал в этой сфере. Он размещал объявления об оказании услуг на различных платформах, собирал деньги с заказчиков, но обещанного они так и не дождались. Следователями ОМВД России по городу Магадану возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый частично возместил причиненный потерпевшим ущерб. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.